Раз-два, раз-два-три. Друзья, рад сообщить, что многодневный труд Савуньи увенчался, не побоюсь этого слова, грандиозным успехом. Ее торт официально признан самым большим в мире и занесен в книгу нелепых рекордов. Хочется сказать, что это не только моя заслуга, но и наше общее... Да. А торт уже можно есть? Рекорд же засчитан? Конечно, можно. Вернее, подождите. Огромный торт. Мне кажется, очень хорошо. Я жду, что наберусь за рыбу. Крош, аккуратней. Я вообще очень люблю рыбу. Вот можно интересно, сколько мы ложечек, пожалуйста? Столько сладкого сразу. Это же вредно. Не можем же мы допустить, чтобы столько твоего труда пропало даром. Ну-ка, ружненько. Действительно, не выкидывать же. Ну, друзья, с каждым разом у нас получается все лучше и лучше. Послушайте, вы уже третий день едите только этот торт. О! А вот и наша замечательная повариха-рекордсменка! Поприветствуем! Очень вкусно! Так и тает во рту! С каждым днем все вкуснее и вкуснее! Я хотела сказать... приятного аппетита! Спасибо! Три дня не так уж и много! Скоро он все равно засохнет! Давайте, поднажали, навалились. Кстати, друзья мои жующие, а ни у кого случайно зубы не болят? Не знаю, у меня лично ничего не болит, вот только все чешется. А мне с каждым днем двигаться все ленивей и ленивей. Не без этого, коллега, не без этого. Хорошо еще, что не надо ничего готовить. Укуси меня, пчела! Где оно? Я должна была это сделать еще раньше! Посмотрите на себя! В кого вы превратились? Разве можно есть столько сладкого? Это же так вкусно! Все хорошо в меру! От переедания сладким болят зубы, появляются прыщи и аллергия, не говоря уже о полноте. Но мы хотим есть! Хотите есть? Ешьте фрукты и овощи. Они не менее вкусные, но при этом гораздо полезнее. Если вы не забыли, они растут на огороде. Да уж, подзапустил я огородец-то. Ну-ка, дружненько поднажали! Голод не тетка! Раз, два, раз, два!
забыть о такой замечательной вещи, как обыкновенная морковь. Все-таки интересно, а куда ты торт-то дела? Мне пришлось его утопить. Конечно, жаль было так расправляться со своим рекордом. В море? Да, именно там. Но я сделала это для вашего же... Куда же вы, друг наш торопливый? Не хотите же вы выловить его обратно? Да не, вы только представьте, какая сейчас в море рыбища будет здоровенная. Опять ходил во сне. Правильное питание – это основа здоровья. Слишком много сладкого, а также мучного и жирного еще никого не доводили до добра. А чего ж тогда есть-то? Овощи и фрукты. Они и вкусные, и полезные. Ешь не хочу. Кушайте правильно и приятного аппетита. Остальное строго по графику. Ёжик, стоп! Стоп! Что ты делаешь? Что? Это что, по-твоему, тележка? Это что угодно, но не тележка. Что у тебя с руками? А что у меня с руками? Откуда они у тебя растут? Откуда? Не оттуда, ёжик, совсем не оттуда. Ну, как моя тележка? Скоро будет. Замечательно! Я вам пироги принесла. Идите, перекусите чуток. Минуточку, у тебя что с руками? У меня с руками, в отличие от некоторых, все в порядке. Руки мыть надо. Да я их мыл уже утром. Так они у тебя успели испачкаться. Понятное дело. Я помою, они опять испачкаются. А если я каждые 5 минут буду их драить, у меня от шкуры ничего не останется. Ничего не знаю. Перед едой руки надо мыть. Я тебе принесла свои вкусные пироги, а ты вместе с ними хочешь есть невкусные микробы. По-моему, все вкусно. Ёжик, Ну вот, ёжик помыл руки, а ты ему своими грязными руками пироги пачкаешь. Он не хочет есть твои микробы. У нас с ёжиком не бывает твои и мои. У нас с ёжиком все общее. Ёжик, ты чего, еще спишь? Ой... Нам же надо красить тележку. Что-то у меня с животом не то. Может, правда микробов хапнул? Я же тоже хапанул, и ничего. У тебя, наверное, это с непривычки. Иммунитета к микробам нет. Мне нужен особый мох. Мы, ежики, когда болеем животом, лечимся особым мхом. Ты мне скажи, как он выглядит. Я принесу. Такой зелененький. О, может быть, этот? Нет. Ой-ой-ой-ой. Ух!
Да нет. Ёжик, ну хватит ой-ой-ойкать! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дразнишься? Ой-ой! Нет! Мне тоже плохо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты же говорил, что у тебя иммунитет! Может, кончился? Ой-ой! Иммунитет-то один! Ой-ой! А микробов-то! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как мы теперь пойдем? Где твой мох? Вот он. Мох? Да. Давай сначала помоем руки. Ты прав. Давай-ка и мох помоем. Давай. Все, что нужно, помыли? Вроде все. Давай, есть. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Ой, просто ой. Тебе уже легче? Кажется, да. Ой, нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, Крош, ты куда? Я испачкал руку. Пойду опять помою. Ой, ой-ой-ой. Раньше надо было мыть. О, Крош! Ёжик! Где вы? Мыло! Приветствуем всех на главном спортивном событии нынешнего сезона — соревновании поедателей моркови! Наши претенденты на звание величайшего морковкоеда всех времен и народов — это Крош! Денюша! Итак, соревнование начинается! Прежде чем съесть что-нибудь, надо это как следует вымыть. Вот еще! Времени нет! Теперь надо тщательно вымыть руки с мылом, ведь я собираюсь кушать. Пока ты там возишься, я все свое! Ой! Ой! Живот! А все потому, что ты ел немытую морковь, да еще грязными руками. Не стоит жалеть времени, когда дело касается личной гигиены. Поприветствуем нашего победителя! Браво, Нюша! Это чистая победа! Я вот чего в толк взять не могу, честное слово. Как ты летом-то простудиться умудрился, а? Да вот, позавчера холодильник открыл, а там, знаете, такой сквозняк. Что ж ты нежный-то такой? Я вон в любую погоду в огороде и хоть бы хны. На одних можно пахать в любую погоду, а других... Ерунда, у всех все одинаково. Просто кто-то целыми днями на улицу не выходит. Откуда ж тут иммунитету взяться? Ты давай лечись вон метком. А как оклемайся, будем тебя закалять по методу Копатыча. Можно было бы похолоднее, но на первый раз сойдет и комнатная температура. Готов? Не то чтобы...
давай. Ты бы хоть форточку прикрыл. Дует же. Укуси тебе пчела. Вам ли бояться сквозняка, друг мой закаленный?